Весь октябрь новосибирцев будут спрашивать о здоровье и желании завести детей. В России стартовала микроперепись населения. Она охватит всего 1,5% населения региона, однако такая выборка даст представление о демографических характеристиках жителей страны. Всех россиян переписывают раз в 10 лет. За это время многое меняется, и нужны вот такие промежуточные данные. Анкета анонимна, в ней 28 вопросов. Впервые у людей будут спрашивать о состоянии здоровья. Не в смысле, как они себя чувствуют сегодня, а о наличии инвалидности или тяжелых болезней. Многих может поставить в тупик вопрос о количестве планируемых детей. Ничего такого секретного мы не выведываем. Вопрос, сколько собираетесь иметь детей и сколько хотели бы иметь детей. Но изучается вопрос, что нужно сделать для семьи, чтобы увеличить рождаемость. Поэтому ничего плохого на самом деле в этом вопросе нет.